Отель «Алибей Парк» и «Алибей Клаб». 5 звезд, первая береговая линия, находится в регионе Сиде, в 1,5 часах езды от аэропорта Анталия, первая береговая линия, песчано-галечный пляж, преимущественно песок. Отельная сеть «Алибей» является основополагающей сетью на Анталийском побережье. Первый отель открылся в далеких 90-х годах. Благодаря этому отель имеет бесценный опыт в гостеприимстве, предлагает семейный отдых в лучших традициях турецкого сервиса. Это отели, в которые возвращаются семьи из года в год. Их всегда помнят, им всегда рады. Дети растут на глазах персонала. А многие из работающего персонала знают постоянных гостей по имени. В отеле работает очень дружная команда, которая неизменным составом работает уже очень долгие годы. А в отеле царит атмосфера семейного отдыха. Все направлено на то, чтобы подарить людям незабываемый отпуск в кругу семьи. «Алибей Клаб» и «Алибей Парк» — это две зеркальные части одного отеля. Оба отеля имеют одну территорию, один номерной фонд. А, кстати, номера очень обычные, как и, впрочем, во всех клубных отелях. Хотите проживать в номерах повышенной комфортности, то нужно бронировать категорию «Супериор». Они после хорошего капитального ремонта в современном стиле. Отели друг от друга отличает только система питания. «Алибей Клаб» имеет систему питания «Ультра» – все включено, «Алибей Парк» имеет питание «Просто» – все включено. Питание «Ультра» все включено, включает в себя несколько алкогольных напитков импортного производства, таких как Джеймисон, Джим Бим, Бакарди. Очень большой гордостью является система питания, где можно отведать блюда высоких кухонь мира, в которых используют только качественные и экологичные продукты питания. Мы очень часто получаем отзывы именно по качеству питания, что все очень вкусно, разнообразно и полезно. На территории отеля находится 5 ресторанов и 13 баров. Отель гордится своей зеленой территорией, где можно прогуляться вечером и угоститься свежими фруктами, сорвав их прямо с дерева. Отели «Алибей Клуб» и «Алибей Парк» имеют очень богатую отельную инфраструктуру. Имеется аквапарк на 25 водных горок, большое количество теннисных кортов. Этот отель является крупнейшим в Европе теннисным центром. Именно здесь проводят свои сборы многочисленные теннисные команды. А на территории отеля есть парк развлечения для взрослых, который называется «Парк приключений». Это подвесная дорога длиной в 380 метров, где гостей ожидают 36 различных маршрутов, по которым вам нужно будет пройти, преодолев препятствия по тросам на трассе различной степени сложности. Пройдя по канатной дороге, вы представите себя акробатом, который танцует на веревке, а также на высоте нескольких метров вы почувствуете свободный птичий полет. В парке приключений нет границ новым ощущениям. Отель славится большим, хорошим пляжем протяженностью 800 метров. Ну и, конечно же, отдельное место занимает анимация. Это вообще отдельная тема. Огромный выбор спортивных и развлекательных мероприятий, конкурсов, концертов. А детей ждет необыкновенный волшебный мир, созданный специально для них. Это детская анимация, мини-клуб, макси-клуб, юношеский клуб, в котором, кстати, дети постарше могут поиграть в любые компьютерные современные игры. Арт-студия, 3 детских теннисных корта, теннисная академия, игровые автоматы, настольный теннис, бильярд и многое-многое другое, что предоставляет отели «Алибей Парк» и «Алибей Клаб».